Добрый день. У нас в гостях Макс Навара. Мы опять встречаемся и говорим о поддержанных автомобилях. Макс директор в компании Morris Automotive Group, и он проработал порядка 13-15 лет на CarMax, которую все наверняка знакомы здесь. Это самый один из больших ритейлеров поддержанных автомобилей здесь, в Соединенных Штатах. Сегодня мы будем говорить пару вопросов. Один из вопросов будет насчет компаний, которые арендовочные компании автомобилей, которые здесь сейчас наполняют рынок и также обанкротились, несколько компаний обанкротилось. Мы поговорим чуть об этом и также поговорим о Carvana. Ну, без всяких предложений, пойдем дальше. Первый вопрос – это о том, что происходит на рынке с автомобильными арендовочными компаниями, которые в некотором случае даже обанкротились, такие как Hertz. Как это повлияет на наш рынок? Yeah, okay. Man, that's a great question. We're still in the middle of that. There's still a lot, I'll start by saying. Хороший вопрос. Ситуация еще в самом разгаре, потому пока рано делать выводы, как это повлияет на автомобильный рынок поддержанных автомобилей и индустрию в целом. Но мы можем использовать опыт прошлого, чтобы сделать определенные предположения. Hertz – одна из больших компаний по аренде, на которую повлияла пандемия. Они были первыми из компаний, объявивших пару месяцев назад, что будут ликвидировать инвентаризацию и склад, и послали около 200 тысяч автомобилей на рынок, прежде всего на аукционы. Это затопит рынок большим количеством инвентаря. Те из вас, кто знакомы с автомобилями компаний, занимающихся арендой, знают, что они не очень востребованы. У них обычно не очень хорошая комплектация, базовая. Там могут быть пару вещей, что помогут их продать, но это не будет востребованная комплектация. Typically, for those people that know about rental car companies, they're not very desirable cars in the sense that they have a lot of great options and great looks. These are just your base trimline cars with a couple of options, but they're not going to be vehicles that are deemed loaded with a bunch of features and benefits. So you're going to see a lot of cars entering the auto auction market. So if you're driven by data, people that just all they do is buy cars online to provide inventory for a retailer, they just look at data. They're going to be looking at data and they're going to see all of a sudden, wow, I have this many cars. They may pay up for those cars because they'll think, hey, this is a good car. It's clean. It's got low miles. A lot of these cars that Hertz is going to put into the marketplace are cars that have very low miles. The reason they're getting rid of them is because поэтому на рынке и на аукционах мы увидим множество таких автомобилей, и люди, движимые цифрами, решат, что у них отличный выбор, плюс увидят, что у предполагаемых автомобилей небольшой пробег. Почему небольшой пробег? Так как сейчас никто не путешествует, люди не арендуют автомобиля. Если раньше средний пробег был около 48 тысяч километров, то сейчас будет что-то около 16 тысяч. С одной стороны, если смотреть только на цифры, то автомобиль будет выглядеть хорошо, и пробег хороший, и комплектация базовая. Но если не подойти к выбору основательно, то когда получите автомобиль, то увидите, что он не такой хороший, как на бумаге. Например, цвет думали, что он темно-синий, а когда автомобиль приедет в салон, окажется, что он светло-синий, или не золотой, а коричневый. It's going to make it hard for people really to dig into. Now, why is that a problem? So much of what's happening at an auction right now is done online because of the pandemic. Right. So in the past, you used to be able to go to an auction. И будет проблемой как раз то, что люди не будут достаточно изучать рынок автомобилей. Почему это будет проблемой? Потому что на аукционах все происходит не вживую, а онлайн. Автомобили изучать сложнее. В прошлом вы могли пойти на аукцион, физически потрогать автомобиль, посидеть в нем и так далее. А сейчас нельзя, не пускают людей на аукционы. Также может быть наоборот, что хороший автомобиль может казаться плохим. Мы делаем деньги не когда продаем автомобиль, а когда мы покупаем автомобиль. Если мы купили его по правильной цене, то мы делаем доход. When you buy a car, not when you sell it. If you acquire it at the right price, you will always ensure profit. It's a very good thing, между прочим. Yes. Yeah, okay, good. So, with that being said,
И в сложившейся ситуации, конечно, будет другая стратегия при покупке автомобилей. Некоторые автомобили, которые, может быть, выглядят лучше на самом деле, может быть, не будут нормально оценены, потому что люди видят, что слишком много таких автомобилей на рынке. Мол, если я пропущу этот, то куплю следующий. Поэтому, если хорошо не изучить рынок, то эти автомобили могут не принести хорошего дохода. Одна из причин – сложно установить истинную ценность автомобиля, когда столько автомобилей заполонили рынок. If you don't do your research properly, you'll find that a lot of these purchases you make probably not going to make you a lot of money, and for a number of reasons. But the biggest one, you'll probably be overpaying for a car, and it's going to be really hard to determine what's the true value of one car when there's so many just like it that have flooded the market. Второй вопрос, который я хотел бы задать, это, конечно же, онлайн-продажи. Конечно же, говоря о Carvana, что ты думаешь о Carvana, которая, между прочим, имеет большое количество бывших кармарксовских людей, которые работают на этой компании? И, конечно же, что ты думаешь о Carvana? Являются ли они большим, таким сказать, угрозой автомобильному рынку или нет? Опять-таки, что ты думаешь об этом? Question. So, my personal take, I sit on a board where I'm able to, I get on quarterly calls with people from all over the country. When they heard that I oversaw numerous locations and I drove a lot of development and training for CarMax in California, Я нахожусь в совете, который пригласил меня несколько лет назад, услышав о моем прошлом CarMax. Мы каждый квартал общаемся по телефону с людьми из разных частей Америки, потому они меня пригласили в этом совете участвовать. Из того, что я читал и слышал от бывших коллег из CarMax, которые перешли несколько лет в Carvana, находятся во Флориде, там очень большой рынок для Carvana, могу сделать вывод, что Carvana очень уникальна, никто почти не делает того, что они делают. My thoughts on it, yes, it's very unique, it's very different, nobody's doing what they're doing. Much like CarMax, back in 1993, nobody did what they did, so it was the cool kid on the block, right, the new kid. Доставка автомобиля клиенту на дом и прочее. Они построили свою онлайн-модель так, чтобы клиенту было максимально удобно. Что мы точно знаем, покупатели готовы заплатить немного больше за удобство приобретения автомобиля. Если посмотреть на другие продукты, они не готовы ждать долго, даже кофе покупают онлайн, мы все делаем онлайн. Поэтому если кто-то поможет сэкономить клиенту время, проведенное в автоцентре, это ему понравится. If you can save them time and headache of having to go to a dealership and lose hours of the day trying to buy a car, they'll consider it. So the model is very new. They save a lot of money in that they don't have big car lots. They have holding centers. They don't have to worry about big fancy buildings that look nice, right? Модель, конечно, еще новая. Нету больших затрат на здание, есть холдинг-центры типа складов. Потому не нужно беспокоиться о дилерских центрах, которые должны выглядеть хорошо. Они работают из небольшого офиса, что экономит им деньги. Также они создали еще важную технологию для онлайна – обзор автомобиля в 360 градусов. Конечно, это не 100% новая вещь, но для автомобильного бизнеса довольно новая. Так что людям кажется, что они детально ознакомились с автомобилем, не выходя из дома. Some people still don't like going to buy a car. That experience is kind of stressful for some people, right? Now, where they run into problems is... Плюс разговаривать ни с кем не нужно. Многие люди этого не любят, для них это стресс. В чем есть проблема в доставке автомобиля клиенту? И грузовики довольно дорогие. Плюс кто-то должен все равно подписать документ физически. Еще одна из проблемных вещей – фидбэк покупателей, когда им привозят подержанный автомобиль. Каждый такой автомобиль имеет какие-то небольшие проблемы. Либо ты обнаруживаешь их сразу, либо через какое-то время, через месяц, а может быть даже год. И когда автомобиль привозят на дом, единственное лицо, с которым могут покупатели поговорить – это водитель грузовика. If you deliver a car, and when a car gets delivered, they have an issue with the car, they're only left speaking to the delivery guy, the guy who drives the truck to drive it off. So, whereas coming into a dealership, a CarMax or a Morris dealership... В дилерском салоне, том же Morris, есть люди, которые могут помочь сразу со всем разобраться. То есть они будут являться адвокатами, продавцы являются менеджеры адвокатами для вас. Да, абсолютно точно. Да, конечно же, поэтому если что-то починить при покупке автомобиля Carvana, это будет большое время занимать. Поэтому эти проблемы будут еще. Ну, тогда, Макс, как ты думаешь, они действительно будут угрозой автодилерским центрам? Почему?
потому что даже во время пандемии они, в принципе, сияли, когда многие штаты были закрыты, они все-таки могли продавать, когда она могла продавать автомобили, и как-то быть, может быть, эффективнее эти планы. Может, угроза и не увеличилась, но и не уменьшилась. Они сами притормозили, ведь многие американцы лишились работы. А когда такое происходит, люди пугаются, не хотят иметь много затрат. Так что они притормозили, как и CarMax, как и AutoNation, как и Hendrix, как и Morris Group. Сейчас все потихоньку восстанавливается. Почему я это знаю? Потому что у меня есть команда онлайн-покупателей. В конце каждого дня они присылают мини-доклад, в каких аукционах они участвовали, сколько автомобилей они изучили, сколько автомобилей оценили и сколько купили за день. И также они должны отслеживать, кто купил автомобили, которые они не смогли приобрести. И сейчас это Carvana и CarMax. And then in closing notes, they need to track who's buying the majority of the cars that they got outbid on. And right now it's Carvana and CarMax. Поэтому Carvana сейчас действительно рвется вперед, и в трудное время они смогли купить много автомобилей. Наверное, они думали, если у нас есть достаточно ликвидности, я не знаю, конечно, финансируют они свои покупки или нет, CarMax не финансировал, чтобы взять много автомобилей по низкой цене и потом долго на них сидеть, не знаю, сколько это придет сделать, это небольшой риск. Они купили большое количество автомобилей и остановились, понимая, что пандемия закончится, бизнес восстановится, а они сидят на тысячах автомобилей, купленных по сниженной цене, тому доходы будут больше. Конечно же, это немного рискованная авантюра, потому, возможно, они купили на несколько тысяч автомобилей меньше, чем могли бы. Ой, конечно же, это немного как рискованная такая туристическая такая вещь, да? Да, конечно же, это очень рискованно. Да, конечно же, поэтому они купили, ну, может быть, несколько тысяч автомобилей, не так много, как они могли. More materials and equipment, so some of the cost of selling a car went up. Да, сейчас они вернулись, и у них другая стратегия при покупке автомобиля, так как поднялись цены на подготовку транспорта. Нужно проводить дезинфекцию, есть затраты на работников, на новые химикаты. Потому их доход за прошедший квартал был не столь хорошим, но я уверен, что за новый квартал он будет лучше, так как они покупают большое количество автомобилей и продолжают расти. Если такая компания, как Carvana, сообщит, что у них между кварталами рост 10%, при том, что они находятся в начальной стадии, будучи молодой компанией, 10% могут выглядеть, что они продали всего лишь на 300 автомобилей больше. И, конечно же, они еще маленькая компания, но узнаваемость у них большая. People that have never even bought a car from Carvana know what Carvana is. So they're positioning themselves nicely for that. Давно они очень часто их видим по телевизору. Да, самый близкий для нас это будет тот, который находится в Чикаго. Да, и, конечно же, люди все равно знают это и знают, что такое Carvana, потому что они сделали действительно очень хорошую работу по маркетингу. Ну, Макс, спасибо большое за то, что ты пришел. До свидания. Well, Max, thanks again. Absolutely. Yeah. Спасибо большое. До свидания.